sleep. There's a black hole deep inside. Идем на вокзал. Едем к Лёхе немного тусоваться. Кирилл наш главный... Главный герой? Да, главный герой нашего праздника. В общем... Нас много будет? Не знаю. Мне кажется, что... Ну, этот пидор найдет кого-нибудь. А, ну... Слушайте, на 21.07 еще есть билетики? Нет? Билеты стоящие. Стоящие? Да. До свидания. Да, ну. Спасибо. Погнали. Что-нибудь, что-то уже одна. О, красавчик. Привет, я. Привет. Привет. Куда едем? В Польшу. В Польшу. А ты свадьбу на эту снимал тоже? Да, тоже все на телефон снимал. А ты спрашивал? Че, серьезно? Что? Ты все на телефон снимал? Ну. Кстати, Леха, меня научили курить через окно. Через окошко. Ну, не меня, в смысле. Я знаю, как это делается круто. Типа я хотел. Прямо здесь и сейчас. Я уже вижу Men's Collection. Ничего себе, ты красавчик. Поинтереснее. Она называется Гродненский мясокомбинат. Я тебе нашел трусишки, Кирилл. Тут, по крайней мере, дырки между них нет. О, это как раз, Дима, к тебе. Смотри. Я, кстати, думаю, актуально вообще не только мне. Да, Алексей? Сейчас, может, пойдем, да? Не, давай трусы выберем. Кирюхи. Может, пиво на акции какое есть? Чтоб в стекле или в этом взять. Лёха, да, позирует. Лёха просто девочкам хочет, но тебе понравится. Да, съемка. Но мы приехали к Лёхе. Смотрите, вот он Лёха. Вы приехали ко мне. Сейчас будем есть пиццу вкусную. О, давай заснимем. Давай. Смотри. Вау. Вот эта пицца будет наша. Вот у нас такой соусик есть. Может, мы даже сделаем обжор. Обжор, как у Влада Савельева. Харли Квинн за тобой. А, вот это... Давай. Ну вот, смотри. У меня здесь просто прикол какой-то, блядь. А мы что-нибудь смотреть будем или как? Ну и типа это, или тебе можно? Уже не забивай. Да иди возьми, ты ебанутый. Да лайфхак, лайфхак. Она стеклянная, блядь, я потом буду вонять у тебя, блядь. Ты дебил? Где она стеклянная? Я же в это открываю. Сучка. Вот эта штука разобьется просто, Кирилл, успокойся. Где она разобьется, блядь? Сука, блядь, сейчас смотри. Что она разобьется? Нет, ты не откроешь, Кирилл. Ты ебёшь что-нибудь. Да вы заебали, блядь, как у мамаши. Возьми, открывашь. Как у мамаши ебаные дверь. Пиздец, ребята, это охуенно. Дай мне пиво, пожалуйста. Заплатил, чтобы все это...